Новость последних минут. Сразу несколько СМИ сообщили о смерти лидера движения «Талибан» в Афганистане. Мулла Мансур был серьезно ранен во время перестрелки с другими боевиками. Причем произошло это на территории Пакистана. Известно, что после того, как Мансур встал во главе «Талибана», среди полевых командиров произошел раскол. Часть отказалась признавать нового лидера.